Витаю. Бывает, что задачи, которые без проблем решались в предыдущей версии, новые начинают выдавать ошибку. Вот как сейчас. Проблема не во FreeCAD и не в файлах. Проблема в Calculix. Я не знаю, какая версия вошла в сборку, но она нам явно не подходит, и ее нужно заменить. Что и сделаю в этом видео. Итак, для начала скачаем свежую версию Calculix. Идем на сайт разработчика. Переходим на страничку скачиваний. Находим версию для Windows. Файлы для обновления. Ссылка прячется вот здесь. Скачиваем архив. Он у меня уже скачан и распакован, поэтому повторно я это делать не буду. Вот наш ранее скачанный и распакованный архив. Среди его содержимого нас интересуют файлы, которые начинаются на CCX. Их количество и имя меняется от версии к версии. Сейчас их два – статик и динамик. Задачи на столкновение с отскоком FreeCAD не поддерживает, поэтому, очевидно, выберем файл статик. Его нужно скопировать в папку, куда установлен FreeCAD, в подпапку bin. Включим фильтр, чтобы другие файлы не мешали. Вот старая версия, вот новая версия. Старую версию можно не удалять, она с новой версией не поругается. А новую версию переименуем, чтобы помнить, что это 2.20 статик. Теперь переходим во FreeCAD. И в настройках МКЕ верстака, накладки Calculix, указываем путь к новой версии Calculix. И не забываем перезагрузить FreeCAD. Вот FreeCAD перезапущен. Попробуем пересчитать теперь задачу. Расчет окончен без ошибок. И вот наши результаты. На этом все. Дякую за увагу.